Всем привет! Продолжаем изучать программу Sculptris и ее возможности. Сегодня я расскажу, как сделать световую сферу, вот такую, другую, какую нам надо. Начнем. Сначала снимаем с этой сферы, которая у нас есть, рабочая, скриншот. Делать это на вот так где-то. Чтобы меньше взять полей. Вот мы ее сняли. Вот она у нас на рабочем столе. Теперь мы ее открываем в Paint. Вот есть она у нас. И меняем ей файл. Один сохраняем в PNG. Второй оставляем JPEG. Все это нам не надо. Теперь мы открываем программу Sculptris в программных файлах. Она будет называться PicLogic. Вот он. Открываем материалы. Вот сферы у нас все. И мы вот это все закидываем сюда. Затем закрываем Sculptris, чтобы перезагрузить его, и открываем снова. Вот, теперь нам нужна модель. Открываем модель нашу, чтобы на ее примере посмотреть цвет. Вот у нас вот такой сейчас. Это вот родной ее. Вот наша сделанная. 787. Чуть-чуть поменялся оттенок. Стал светлее чуть-чуть. Ну да. Можно вот добиться вот такого цвета. Вот такого вот. С помощью снятия скриншота полностью с фона. Вот так вот. Вы поменяете сферу полностью вот до такого цвета. Также можно добиться вот такого эффекта. Он хорош для игрушек, для солдатиков. Притенять будет многие детали вещей, там, ногтей. Вот. И будет у него другой вид совсем. Вот. Вот эти вот оттеночки появились у нас по бокам. Вон. Как крутишь, так она меняется. Оттенок. Притемняет. Вот это один из способов сделать свою сферу. Если скачать ее негде, в интернете нет ее, в принципе, есть только на сайте PicLogic. Я потом покажу, где это находится, как можно скачать сферы. Тренируйтесь, делайте. Можно даже вот с такой сферы снять. Выбираете область. Делаете скриншот свой. Допустим, вот захватываю вот этот
край. Затем вы его также вкидываете в программу Sculptress материалы. Перезагружаете обязательно. Ставите модель. И находите его здесь. Вот он у нас появился. Вот теперь совсем другой вид. Одна часть у нас темная, одна светлая. Сразу все изумительно, красиво. Можно снять скриншот с модели. Вот эта часть у нас будет светлая теперь, а это притемненная. Все, тренируйтесь, пользуйтесь, создавайте свои световые сферы. Удачи!